Где Давыдова? Давыдова. Блин, тебе удобно. Сейчас. Давай, ты видела? Инструкцию по охране труда в школе, где бегаем, как сумасшедшие, не дай бог. Вот это выбор по метеору. Правила дорожного движения. Где? Только с электричкой не связано. Аккуратно. Это что, выбор индивидуальный? Я понимаю, что ты рада, что ты пришла. Я тоже очень рада. Выдавай. То есть пускай листочек расписать. Тебе неудобно. Да, я боюсь, что сейчас жена его. Все, жена спортивная. Муниципальное учреждение, а их здесь там были, мне кажется. Всем привет, мы написали только что физику. Я не буду это ему отправлять. Физику. Всем привет, это мой влог. Всем привет, это мой влог. Короче, вот эти две чулечки такие сидят тут. Вместе вот так. Обзор. Потом вот бейс принц. Бейс принц. Вот Зиварец. Это бойфренд Настя. Мария, спасибо огромное. Я оценила ваш прикол. Настя, посмотри, пожалуйста, этот влог. Короче, я не написала физику. Я написала. Я нет. А что там я написала? Мне еще бал снизит. Это что я? Хорошо, что я сидела. Она тоже там что-то рассказывала про свою физику. Повторяю, что за мной. Здесь. Два. Ой. Короче, три по физике. Три по физике. Только у кого-то одного. Два. Привет тебя. Всем привет, у нас влог. А у меня грязная голова. А я не умею. Не знаю. Все идут домой. Все счастливы. А мы нет. Аня, ты на широкоугольной камере. Скажи всем привет. Привет. Да. Именно так. Ирина, мы попили? Меня ударил мальчик! Какой тебя ударил мальчик? Ай, блин! Какой тебя ударил мальчик? Я тебя... Другой повзрослее вот так сделал. Я тебя защищу! Ай, ты еще больнее делаешь! Не меня! Привет! Давай, контент для блога. Контент. У меня на шубу год. У тебя чехол с одеждой? Ну да. Всем привет. Как ваши дела? Ну, там звонок был. У меня все хорошо. Начал грузить на тура. У меня тут Дарина Федукова. Я в 9 классе. Все. Я такая сразу сделала вид, что я все знаю, меня вызывать не надо. Мы поняли. Сними тут мою юбку. Как у нас дела, Мария? Кузьмина. Почти. Ну ладно. По камеру, да, смотреть. Типа, а у меня на широкоугольный, на любую. А они сейчас две снимают. Ну. Ну это просто. Эстетик Гёрл. Эстетик Гёрл. Просто жесть. Ой, там зацепил. Ребята, какие вы молодцы! Ноги надо поднимать. Давайте, ну... Надо прыгать. Давай, Трофим, ты сможешь. Трофим, надо поднимать ноги. Давай. Раз, два, три, четыре. Ну, это... Выше надо. А ты возьми реально длиннее скакалку. А? Это скакалку длиннее возьми. Нормально. Она короткая. Это будет... Арина, Маша, а этот кто прыгает? Вот это я понимаю. Да. Ты
выучила я определение по геометрии, потому что у меня два. Выучила. Что могу сказать? Вроде как это все определения и вообще параграфы. Пункты, подпункты, подпункты, да, подпункты. Ну, вы поняли. У меня, кстати, был сегодня репетитор. Все у меня прекрасно. Мы опять делали ОГЭ. Я считаю только что с базарила какую-то чушь. Я надеюсь, что это все, что надо учить, потому что если это так, то это мало и тупо, что я получила, поэтому два. Стыд и позор. Давай. Нет, ты скажи, что ты вообще поешь, о чем это? Мне нужно друзья, кто хочет попить. Мы наливаем воду, она молчит, мы думаем, что, ну, типа, может, злая. Ира говорит, сейчас мы уже быстро. А она говорит, ну, я вроде ничего вам еще не сказала. Я говорю, ну, мы не будем вам нервы делать. Короче, так случайно получилось, что я ничего не снимала в школе, потому что как-то было не до этого, и день был особо неинтересен. У меня прыщик сегодня был целый день, у меня был прыщик. Прыщик! Так, время у нас 7 часов. Я еще даже не начинала это все учить. Ну да. Там такая плохая погода. Там дождь. Там дождь. Короче, мне так непривычно. Никого дома нет. Думаю, нет, я проснулась в школу. Прямая еда. Колбаса, моя колбаса. У нас сегодня устный опрос по английскому языку. Как вы думаете, я что-то знаю? Я чуть-чуть что-то знаю. Тосты с авокадо у меня будут. Тост. Чай, сахар. И вот это самая лучшая колбаса в мире. Если вы не любите эту колбасу, я не знаю. Вы странные. Я буду кушать. Что происходит? У меня влог просто. Нас заминировали. Что это такое? Ну убьют, ну порежут, ну уничтожат. Ну заминировали, ну взорвался. Зато математику прогуляли. Что вам можно сказать? Мы сейчас... Настя, мы умрем. Да, ура! Как-то они говорили слишком спокойно, поэтому я не верю, что что-то там у нас происходит. Я без понятия, просто понимаю, что сейчас будет слишком много людей. Блин, ну что? Много детей. Это просто... Маша, у меня айпад остался в школе. Айпад в школе. Знаете что? Если это реально правда, то у нас такой контент получится. Настя была. Мама. У нас заминировали школу, говорят. Там какие-то проверки проходят, мы стоим около метеора. Но говорят, это не учебное. Итог всей ситуации. Я дома, нас отпустили, у нас реально заминировали школу. То есть это было не шутки, не какая-то учебная эвакуация. Как сегодня мы тоже думали, что у нас какая-то эвакуация. Но, во-первых, это было неожиданно даже для учителей. То есть мы, у нас не было вначале ни курток, мы спустились вниз за куртками, взяли
И самая интересная ситуация, что мне больше всего бесит. У меня остались абсолютно все мои вещи в школе. У меня осталась моя карта, iPad, мои тетрадки, мои наушники, AirPods. Все у меня там, пауэрбэнк, зарядка. У меня там просто вся моя жизнь осталась. Только телефон. Телефон — это вообще вся моя жизнь, поэтому как бы телефон я взяла даже без раздумий. Просто брат, и все, взяла. Слава богу, я взяла телефон. Надо было iPad и карту взять. Тогда я забила бы абсолютно на все просто. Но есть один плюс. Уроки можно не делать, потому что у меня все там. Я могу сказать, во-первых, у нас вчера школа была эвакуирована. Все у нас там осталось. Если нам поздно их выдадут, эти, как они там, сумки, я тогда вообще скажу, типа, извините. Мы ушли с математики. Это не хороший плюс. В кабинет математики с сумкой, там, где мой iPad. Третий этаж. Думаю уже как 2 часа, iPad на месте, потому что сегодня он был главной темой моего дня и моего переживания, волнения. Я реально тупая, что я просто могла... Он маленький, я могла просто бы взять, носить. Но нет. Сегодня мы пропустили, к сожалению, обществознание, потому что для меня этот предмет главный, а мы его пропустили. Он у нас один раз в неделю. Тут еще и карта моя. Короче, мне было тут просто все. Задали по географии. Какую-то таблицу, я просто без понятия, какая таблица, видимо, ее мне надо перечертить. Ответить на вопросы письменно вот эти и определение написать, а также сделать сообщение. Еще контурные карты, но контурных карт у нас, слава богу, нет, потому что я бы уже повесилась. Я не знаю, это какой-то трындец. Наконец-то я дошла до... географии. Я забыла, как называется предмет. Я все это время делала другие предметы, которые у меня были не сделаны, как литература, физика, геометрия, английский. И потом я приступила к самому сложному. Время у нас... В принципе, нормально. Я за 30 минут сделала все, что мне не хватало. Потому что я думаю, что лучше оставить что-то одно, но большое, но потом. Потому что потом мне вот это доделывать какие-то по мелочам ночью будет не... не кстати. Итак, время у нас. Вот. Я сделала дополнительные по математике. У меня завтра математика. И чтобы я не приходила со школы и не делала ее, я сделаю ее сейчас. Также сделаю на пятницу еще алгебру. Почему, короче, я делаю сейчас уроки на пятницу? Хотя сегодня среда, сейчас объясню. Короче, объясняю. В пятницу я буду занята, потому что в субботу у меня день рождения, а в пятницу я буду там, ну, не то чтобы убираться, я завтра буду убираться, и мне не будет времени, чтобы сделать уроки на пятницу. Мне нужно будет делать уроки завтра на пятницу, как бы, потому что я не все сделала, и на понедельник. Потому что в пятницу я не смогу их делать, я буду, ну, гулять, развлекаться. А в субботу у меня тоже день рождения, я тоже буду гулять и развлекаться, собственно. И остается как бы только максимум еще воскресенье захватить, и все. То есть на уроке у меня особо много времени нет. Но, в принципе, я не переживаю. Даже если мне не получится сделать на понедельник хоть какие-то уроки, я их сделаю в воскресенье.